Друзья, привет! Это интернет-магазин «Во колесо». И в этом видео я хочу сравнить две шины. Это Michelin Pilot Sport 4 и Goodyear Eagle Sport. И в этом видео мы с вами сравним боковины этих шин, посмотрим, насколько они мягкие или жесткие, может быть, тонкие или толстые. Мы с вами сравним глубину рисунка протекторов этих шин, мы с вами сравним индексы скорости и нагрузки этих шин. Также мы сравним с вами достаточно новую для наших видео тему, это армирование, потому что мы сделали видео с разрезанием шины Hankook и посмотрели, насколько соответствует информация на боковине об армировании, то есть о том, что содержится внутри шины, с реальностью. И, конечно же, теперь мы можем с точностью говорить, что, безусловно, все совпадает, и мы будем эти показатели тоже показывать. То есть армирование мы с вами посмотрим и почитаем, у кого же круче, у кого сильнее армирование, кто будет выдерживать больше ямы наших убитых дорог. Мы с вами сравним цену этих шин, мы с вами сравним тредвея, то есть износостойкость этих шин. Этот индекс тоже указан, безусловно, на самой шине. Мы с вами взвесим эти шины, посмотрим, какая тяжелее или легче. И посмотрим с вами и сравним страны производства. Ну, может, сами страны сравнивать мы, конечно, не будем, но где они были произведены, обязательно сравним. Давайте начнем с боковин. У Michelin Pilot Sport 4 все по классике. Вот так вот эти борта выгибаются, ничего нового, у Michelin всегда, ну почти всегда так. То есть борт мягкий, но вместе с тем он достаточно плотный, такой, знаете, толстый, я бы сказал. То есть, несмотря на мягкость, борт такой хороший. Это хорошо. Что же у Goodyear? Так, у Goodyear такая история не пройдет, да и никогда и не проходила. То есть, не выгибается борт, боковина наружу, но мы можем посмотреть, насколько она мягкая. Она действительно мягкая, и она, друзья, не такая толстая, как у Michelin. Поэтому по этому показателю, безусловно, балл в копилку Michelin. Следующее, что будем измерять, это глубину рисунка протектора. Давайте это сделаем. Итак, поехали. 7,1. Еще раз. 7,1. Ну, да, давайте так. Это 7 целых... В какую бы сторону округлить? 7,2. Что же у Goodyear? У Goodyear полная глубина рисунка протектора 7,0. Ну, совсем чуть-чуть поменьше, но тем не менее, друзья. Еще один балл в копилку Michelin. Ну, в следующем давайте изучим индексы скорости и нагрузки. Видим, что 91W у Michelin и 91W у Goodyear, то есть нагрузка на шину абсолютно одинаковая, здесь полный паритет, и если расшифровать этот самый индекс 91, то мы узнаем, что это 615 кг на одну шину, это безусловно за глаза для этого размера. Ну а индексы скорости здесь различаются. У Michelin это W, что составляет 270 км в час, а у Goodyear это V, 240 км в час. Друзья, еще один балл в копилку Michelin. Как же так? Ну и давайте подбираться к одной из самых интересных вещей. Для меня, по крайней мере, на сегодняшний день. Это армирование. Друзья, смотрите. Значит, здесь у нас написано Tread Plies. То есть, это слои, которые используются вот на этой части. В части соприкосновения дороги и, собственно, шины. И внутри шины... В этой части у Michelin находится один слой полиэстера, двойное стальное армирование, такая сетка, и один слой полиамида. Для понимания, полиэстер это будет что-то похожее на такую искусственное полотно, а полиамид это будет нить такая вот, тоже синтетическая. Так, еще раз, один полиэстер, двойное стальное армирование и полиамид. У Goodyear. Так, у Goodyear один слой полиэстера, двойное стальное армирование и полиамид. То же самое, друзья, полностью одинаково. Что же на боковине? Sidewall. Один слой полиэстера. Здесь на боковине один слой полиэстера. Полное равенство, друзья. Армирование у шин абсолютно идентичное и одинаковое по
именно составу. И следующий пункт нашего сравнения – это цена. И сравнивать я буду именно розничные, среднерозничные цены, потому что в нашем интернет-магазине, а ссылка в описании, посмотрите, я уверен, что можно приобрести значительно выгоднее, чем у многих. Не говорю всех, но так, на всякий случай. И сравните, друзья, обязательно. Не покупайте шины, не перейдя по этой ссылке, не посмотрев наши цены. Это прям совсем важно, наверное. Ну, едем дальше. Про цены я тут начал говорить. А Pilot Sport 4 стоит в среднем 5200 рублей. Goodyear же стоит в среднем 3400-450 рублей. И я пока не скажу, что это чей-то плюс, чей-то минус. Давайте дойдем до конца в сравнении. Ну, поехали смотреть Treadway. Здесь Treadway 320. То есть в таких нормальных условиях. И если шину не убивать, она должна отъездить примерно 70-80 тысяч километров. Ну, это так, в общем, общепринятая история, когда 320 просто делишь на 4 и получаешь примерное количество тысяч километров, которое шина отходит, ну, в обычных условиях. Так, что же у Goodyear? У Goodyear Treadway 300, то есть шина отходит, ну, чуть-чуть поменьше, ну, немножечко совсем. И это же опять балл в копилку Мишлена. Я готов сравнить вес. Давайте, ну, что-то начинаю с Мишлена постоянно, и постоянно Мишлену какие-то очки в копилку попадают. Может, начать с Goodyear, может, он будет полегче. Давайте посмотрим. Так, ставим на весы. Получаем вес 8,2 килограмма. Запомним это. Теперь Мишлен. Ну, интересно. Субъективно потяжелее. Вау! 9,4 килограмма. Действительно потяжелее, друзья, потяжелее. Но для знатоков я могу сказать, что чем легче, тем лучше. Поэтому здесь балл в копилку Goodyear. Пытаюсь подвести итоги, они у вас на экране. А я между тем скажу, что безусловно Michelin Pilot Sport 4 превзошел по всем почти что показателям, кроме веса, Goodyear Eagle Sport. Но это, знаете, на полшажка. И, безусловно, Goodyear компенсирует эти полшажка своей ценой. Причем, на мой взгляд, значительно более низкой ценой. Но обе шины классные, и если у вас есть возможность купить Pilot Sport 4, приобретайте его. Если вы хотите потратить немного меньше денег, приобретайте Goodyear Eagle Sport, и я думаю, что он вас не разочарует. Потому что, кстати, видите, достаточно тихая шина, судя по европейской сертификации, а здесь Michelin почему-то... Ну, всегда такая вот история, нету этой наклеечки, хотя, видите, от нее след остался, приходит она вот так. Что интересно, и индексы вот эти шумности я сравнить не могу, но могу сказать одно, что приобретя любую из этих шин, вы не прогадаете, просто Goodyear будет стоить чуть-чуть подешевле, как чуть-чуть, значительно подешевле, и чуть-чуть будет отставать по показателям тем, которые мы с вами посмотрели. Все, друзья, спасибо большое, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, мы стараемся для вас. И пока-пока.